Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Афиша на восьмом», и это первый выпуск в новом году. Я ее автор и ведущий Артур Лукава. В ближайшие 10 минут только культурные новости Красноярска, на которые стоит обратить внимание. Год новый, а традиции остаются прежними, поэтому начинаем очередной выпуск программы «Афиша на восьмом» с рубрики «Коротко о главном». 3 минуты о последних событиях культурной жизни Красноярского края. Я тут подумал, что в мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. Хотелось бы привнести в мир больше добра, душевного тепла и света, постараться трансформировать накопившуюся на планете негативную энергию. И у искусства, и живописи эта сила есть. Например, проект «Ангелы мира», у которого нет привязки к какой-то конкретной религии. Зритель, попадая на выставку, увидит все многообразие и полифонию образов и ощутит те светлые чувства, которые хотели передать авторы. Можно долго размышлять на тему, как научиться любить друг друга, ведь мы все такие разные, а можно просто обратиться за помощью к ангельскому миру, для которого мы все одинаковы, как братья и сестры. Арт-проект «Ангела мира» — это яркое, позитивное, путешествующее по планете, постоянно пополняющееся новыми работами выставка, начало которой было положено в Сибири. Проект реализуется с помощью единомышленников со всего мира. Здесь «Ангел, хранящий зарождающую любовь», автор Алла Бушина. Вот здесь написано «Италия, город Парма». На самом деле она до этого жила в Красноярске, да? То есть она написала картину своей будущей любви. То есть она познакомилась со своим будущим супругом, с итальянцем Бруно в Италии. И вот потом, когда вернулась уже в Красноярск, вот под этим, наверное, впечатлением она написала небольшую репродукцию для себя. А я просто увидел эту картинку, когда в костеле был, в Красноярском, в органном зале. Я увидел просто открыточки. Я купил открытку и спросил, кто написал. Они сказали, что это наша прихожанка Алла, которая вот в свободное от работы время еще рисует. И вот мы с ней связались, как раз познакомились и попросил ее как раз принять участие в проекте. И она написала картину и рассказала потом просто эту историю, что под впечатлением от первого вот этого знакомства она для себя написала эту картину. Через 2 года он делает ей предложение. И вот здесь вот голубенькое такое сердечко в руках. Ключевая задача проекта – создание уникального арт-объекта – календарь ангелов мира и постоянно действующего музея данного проекта – культурный обмен, знакомство зарубежной аудитории с российскими художниками и их работами. Так как большая часть экспозиции будет содержать картины художников из разных городов России. А также миротворческая миссия искусства – сотрудничество с благотворительными организациями. Поскольку мы сами живем в Красноярске и проект родился в Красноярске, для нас было важно каким-то образом еще помочь, ну, как-то принести какую-то лепту, помимо того, что делаем мы выставку, ездим там по стране и говорим, что мы сами из Красноярска, ну, показать вот в тех же там больничных корпусах вот всю вот эту прелесть, потому что больницы – это все-таки больницы, там мало радости, да, и вот мы делаем для больничных медицинских учреждений репродукции те же самые, только они напечатаны на ПВХ специально, потому что в больнице там нельзя холст, там нельзя стекло, там должно быть маленькое гигиенично, все это можно протирать. И мы вот придумали такую версию, как на ПВХ напечатанные картины, они размером где-то 70 на 50 получается, там также сама картина, плюс там же описание идет, и плюс еще идет, поскольку этот направление такое благотворительное, то есть находятся партнеры-спонсоры, либо люди сами выкупают репродукцию, и мы потом печатаем и вешаем в медицинское учреждение. Также в рамках выставок проходят благотворительные мероприятия для детей с ограниченными возможностями. Передают постеры картин проекта для оформления как лечебных, так и детских учреждений. Поддерживают сборы средств для благотворительных организаций, вручают подарки, приобретенные на деньги партнеров и спонсоров проектов. На сегодняшний день у нас уже в России оформлено 10 медицинских учреждений и получается 6 это в Красноярске. И тут мы начали с перинатального центра, с Андреем Павловым, перинатальный центр, там рядом больница. Центр охраны материнства и детства вот на правом берегу на Коломенской 23, там все 5 этажей вообще оформлены. То есть получается там где-то 50 постеров у нас. И плюс потом к нам подключился Абакан в Хакасии, там детская больница в Химках есть, в Казани есть. И вот буквально мы на днях передали постеры в детский психоневрологический интернат в Березовке. Там. В работах принципиально отсутствуют рамы, поэтому произведения можно совмещать стык в стык, используя в экспозиции ковровый стиль. Композиции, совмещенные по образному родству, начинают откликаться друг в друге, обогащая индивидуальные замыслы автора и приобретая хоровое звучание. Так, когда-то всем миром совершались крестные ходы, призванные объединять людей в их едином порыве быть вместе с небесными силами.
обращаться к ним за поддержкой и получать чудесную помощь. Сегодня эти духовные традиции возобновляются, и люди все чаще ощущают потребность в диалоге с другим миром. Иногда это происходит, когда случается беда. Собственно, именно в такой момент и родилась задумка этого проекта. Проект родился в Красноярске благодаря нашей красноярской художнице Юлии Ивановой, которая 30 лет назад заболела, вообще не давали благоприятного исхода. Я нахожу, когда просыпался, нарисовала ангелочку благодарна за прожитый день. В течение года она нарисовала ровно 365 ангелочков, и она выздоравливает. И вот у нее идея эта родилась как раз объединить художников со всего мира. Но каждый художник пишет именно картину размером метр на метр. Потому что по итогу будет ровно 365 квадратных метров ангелов. Мы даже когда посчитали, что когда все соберем, вот все их сложить квадратиками, получается 4 метра в высоту, 92 метра в длину. Это такой большой арт. Объект будет, ну, ангельское покрывало, как мы его так называем. Отмечу, что проект не является коммерческим, реализуется исключительно на спонсорские взносы и помощь партнеров. Но почему-то, к сожалению, при участии в конкурсе «Культурная универсиада 2019», который направлен на продвижение бренда зимних студенческих игр через культурные проекты и программы «Ангелы мира», отбор не прошли. А жаль, ведь есть чем гордиться и что пока...